рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в течение первого месяца учебного года во всех образовательных учреждениях муниципалитета госавтоинспекция проводит акцию для первоклассников «Посвящение в пешеходы». Это очень важно, потому что дети сейчас находятся в таком периоде становления, когда закладываются азы правил дорожного движения, осознание, что они уже являются полноценными участниками дорожного движения, что они являются пешеходы, и правила дорожного движения, они безусловно для выполнения не только взрослыми, но и детей в том числе. В игровой форме ребятам объясняют правила дорожного движения. На территории 7-й школы, в которой в этом году сразу 7 первых классов, нанесена специальная учебная дорожная разметка. А значит, здесь можно наглядно показать, как безопасно перейти проезжую часть. Помогают сотрудникам госавтоинспекции в проведении подобных мероприятий школьники из отряда юных инспекторов дорожного движения. У нас, можно так сказать, театральные курсы, то есть мы ставим небольшие постановки, связанные с правилами дорожного движения. Вот мы выступали в детских садиках для первых классов этой школы тоже. Являясь пассажирами или пешеходами, дети становятся самыми незащищенными участниками движения. Задача взрослых – обеспечить их безопасность на дороге. Кроме таких игровых занятий, ребятам объясняют ПДД, в том числе и на уроках. Надо приходить по пешеходному переходу, надо следить за правилами и не нарушать правила. По завершении мероприятия ребятам вручили символические удостоверения пешеходов. Но главное, конечно, это воспитание в семье. Необходимо, чтобы взрослые своим примером показывали детям, насколько важно соблюдать правила поведения на проезжей части. Дело в том, что ходить по дорогам – это опасно. Если не знать правила перехода, то это грозит очень последствиям. Поэтому это очень хорошее мероприятие. Особенно сотрудники ГИБДД призывают родителей обратить внимание на поведение детей во дворах, где наблюдается оживленное движение транспорта. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.